Привет, не спящие. Это опять я. А вы ждали кого-то другого? А вот и нет. Я надеюсь сразу на две вещи. Во-первых, что я не налажал сейчас со звуком, и игра меня не перекрикивает. И во-вторых, я надеюсь, что эта игра будет классной. Впервые вообще вижу эту игру. Только что я вот буквально нашел, поэтому пошли посмотрим, что она себя представляет и что это такое. Разумеется, все классически пиксельное, все замечательное. Так что страдайте. Подожди, что, кто вы? А это ребенок. Не подходи слишком близко, ты человек в капюшоне. Неплохое начало. Не. А? Подождите, я еще жив. Или нет? Эта корзинка вроде бы моя. Неважно. Ну, по крайней мере, я свободен и могу куда-то идти. Надо выбираться отсюда. Если бы только у меня был факел, я бы мог осветить тебе дорогу. О, смотрите, фонарь. Z. О, да. Чума, XZ и... Всякое такое, вообще офигенно. А как это все работает? Давайте выяснять, что ли. Одну секунду, я только... проверю, не наркоман ли я и... не сделал ли я кое-что плохое. Ну, вроде бы нет. Играем дальше. Нет, я еще не проверил все до конца. Вот теперь проверил. Вот теперь порядок. Вот теперь едем дальше. Ой. Опасно. Опасно. Это еще что? Какой интересный кристалл. Какой он странный. Я чувствую себя неспокойно, когда стою рядом с ним. Ну, мне кажется, что нужно его подобрать. Думаешь? Ну, допустим. Опа, это же кристалл Красной Звезды. Это зачатки Советского Союза. Шутка. Ну так, ладно, пойдем дальше. Куда-нибудь. Я вижу факел. Я могу выходить, кстати, вокруг него. Если я нажимаю вверх, то персонажа тянет куда-то в сторону. А, понятно, почему его тянул в сторону. Потому что там был проход магический. Больше здесь ничего нет. Землетрясение! Похоже, все это место скоро провалится. Мне нужно побыстрее отсюда выбираться. А, пожалуй, хороший был бы план. А тебя не смущает, что ты проснулся в склепе, например? Ну, видимо, нет. Спасибо, землетрясение. Что подкинуло мне бревно? Что это вообще за место? Похоже на старый разрушенный храм. Чё, какой нахрен храм? Ты упоролся, что ли? Ты что, могилы не видел? Это склеп, в котором ты проснулся. Ты либо вампир, либо наркоман. Это еще что такое? Ну, наверное, все в порядке. Все нормально. Подумаешь, вылезла какая-то капля. И наорал на меня. А в следующее мгновение, хоп, и я уже в гамаке, кайфую. А из дома выходит какой-то старичок. И тут явно попахивает чем-то нехорошим. О! Где же он? Ему не стоит опаздывать свой первый день? Он упал с гамака только что. Thank you.
А, вот ты где, юный курьер. Ну, опоздал немножко, да? Мы займемся службой доставки по ней, пони, не просто так. Простите, мастер, но в свою защиту могу сказать, что у меня было длинное путешествие, и мне нужно немножко отдохнуть перед следующей доставкой. Отдохнуть? Курьеры путешествуют на очень большие дистанции. У меня нет времени объяснять и выслушивать твои извинения. Так что вот тебе письмо, которое надо доставить в деревню. Надеюсь, справишься за 3 дня. Возле деревни ты найдешь какую-то крипту. Отдай письмо стражнику, который ее охраняет. Крипту? Какую крипту? У тебя что, проблемы какие-то? В общем, делай, что я сказал. Или я тебя накажу. Ладно. Можете на меня рассчитывать. Я определенно доставлю это письмо. Мгновение. Чего-нибудь. Вот тебе письмо. И не скрывай его. Если облажаешься, то будешь оттирать грязь с моих ботинок. И чистить мою бороду, которой, кстати, у него нет. Понял, мастер, я вернусь через неделю. Меньше, чем через неделю. Ладно, вали уже. Так, слушайте, игра что-то громковато, по-моему, орёт. Сначала сны, теперь крипта. Что-то нехорошо это. А, ладно. Надеюсь, это был просто сон. Надеюсь. Игра. О, спасибо, что смогла выделить мне секундочку и вскрыть свои опции. Можно мне немножко игру до 40-то убавить хотя бы? Может быть, как-нибудь так. Ну, вроде нормально. Вроде бы. Примус Вовк. Или Воук. В общем, видимо, это еще одна игра. Это, вернее, создана одним человеком. Ну, ладно, не одним. Здравко, Джорг, кто-то там. Отвечал за музыку. Матеш, Джан, Ян. Уже 3. Все? Какое интересное местечко. Шагай давай. Отдайте управление. И вот я на месте, прям вовремя. Не такое уж оно и страшное. О, смотрите, это должно быть тот охранник, которому нужно было отдать письмо. Фонарь? Нет, ладно. Охранник. Добрый вечер, сэр. Сэр? А? Чё? Я не спал, я не спал. Ты что такое? Что за дело? Что? Служба доставки. Ну я тут это. Вот ваше письмо. Попросили вам передать. О, не, я же охранник просто. Я просто охранник. Найдешь там, вон чувак стоит, и, в общем, отнесешь ему письмо, вот где-то там в холле далеко стоит. Я мог и сам, конечно, отнести ему письмо, но лучше это сделаешь ты. К тому же я немножко занят. Заняты? Занят, точно занят. Вот тебе ключ, откроешь вон там вход и, в общем, отнесешь ему письмо. И фонарь не забудь свой. А я пока вот дверь вот эту открою и можешь... идти, если я выясню, что что-то пропало, я тебя всеку, понял, да? Да, как, вы что, нет, конечно нет. Да, вот и хорошо. На тебе ключ, зашибись. Веселый охранник. Да, я бы такого не нанял, что это такое? Да это же кинжал! А нет, это факел. Ну, факел это тоже хорошо. Лучше не тратить свой торч, да, именно. Свой факел здесь. Ну, хорошо. Можно мне управление глянуть? Я просто... Да,
Зашел так сразу, не глянул управление. Нет, ZXA. ZXA. Почему А? Что за А? Обычно бывает там ZXC, а тут А. Странно как-то. Выбор карт. Нет, пойдем дальше. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, я гуляю по совсем не страшной хрипте, ха-ля-ля-ля. Все в порядке, тут какие-то слезящиеся статуи. Злобно смотрят на меня повсюду, а? Какого? О, чё за? Ауч, башка! Что за хрень, а? Привет, кто-нибудь здесь есть, мистер Куратор? Сер? От чертов лентей. Место в таком... Вернее, это место в таком раздрае. Прям разваливается все, тут так темно. Хорошо, что у меня есть свой факел. Я тебе говорил, возьми свой фонарь. Нет, нет, зачем мне фонарь? Вот тебе ключ. А у меня же был ключ, Что за... Ладно, пойду ключ поищу. Наверное, он у тебя. А, реальный скелет! Почему тут вообще валяется? Ну ладно, если его не особо беспокоить, может быть, лучше приберечь свой факел. Не хочу превратить это в призрака. Подожди, что это? Эй! Это ключик. Это то, что мне нужно. Вставляй. Так. Монетки. Ну, как обычно. Монетки. Есть монетки. Видишь монетку? Собирай монетку. Может быть, мне налево? Я вижу ключ там сверху. Это, светится. Буквально, а? Просто взгляните на нее. Леди... Идиона? Удиона? Да, кто? Ладно, неважно. Покровительница направления и надежды. Прекрасно. Мой отец говорил мне, вернее, рассказывал истории о моряках, которые потерялись во время шторма. И вот она показала себя и привела их на яркий свет маяка. Было бы здорово, если бы я был одним из тех моряков. Я бы мог использовать ее наставление. Ой, да ладно тебе, зачем оно нахрен тебе нужно? Вот смотри, видишь, какая большая смола, видимо. Я считал, что это монетка, но это, видимо, смола. У этой игры какие-то проблемы с этим... С хитбоксами. Я вот здесь вот встаю, нажимаю направо, и его уводит куда-то аж через верх. Нехорошо это, нехорошо. Ну да ладно. Пойдем дальше. Что тут есть? Зажечь нельзя. Зажигай! Тут. Нет. Ладно. Подожди. Я вижу, там смола была. Сначала я ограблю скелета. Вернее, парочку скелетонов. Нет, видимо, не ограблю. Ну хорошо. Пойду монетки собирать. Кто вообще разбросал здесь монетки по полу? Наконец-то какой-то свет. Лучше потушить свой факел. Интересно, как... Много времени займет поиск выхода отсюда. Да ладно тебе. А можно как-то бегать? Потому что, по-моему, с его скоростью он явно может воткнуться. Ой, что-то там темно как-то. Дайте мне факел мой. Так, тут решетка. А тут деньги. Халявные деньги. Деньги. Журнал. Что-то здесь не так. Я уже давно это чувствую. Я становлюсь... Что-то со мной, в общем, не так. И другие братья ведут себя странно. Я не могу здесь больше оставаться. Я ухожу, простите. Дегурт. Дигурт. Дегурт. Да неважно. Ой, еще кое-что. Если кто-нибудь достаточно наркоманский найдет эту записку, отнесите ее, вернее, отправляйтесь в это самое, к витражам.
с крестом на кромке, на границе, на краю. Кое-что найдете, что я оставил позади. Ладно. Так, наверное, это вот та самая витрина. Кончились патроны. Ты что, камнями кидаешься? Ну вот эта витрина. Странно. Ой. О, камушки. Неплохо лежат в руке. Можно кидать. Возьму-ка я парочку. Похоже, здесь есть несколько крыс. Не хочу гулять здесь пустыми руками. Да ладно тебе. Подумаешь, какой-то скелет образовался. Реликты. Реликвии. Тыблочка. Вернее, яблочко. Которое почему-то нельзя забрать. Не тратить. Ничего. Видимо, придется. Завалы, завалы. Слышал странные звуки. Еще один реликт. Ну, добывался не так уж и сложно. К тому же... ловушки отключились, так что... Все замечательно. О, камушки. Головоломки. Прекрасно, прекрасно. Замечательно. Так. Здесь закрыто. Но как же так? Это же оно. Это же оно. Нет. Не зажигай. Может быть, вот это? Ой, прогресс будет потерян. Тогда не надо. А, он не взял с собой записку. Ну и ладно, хрен с ним. Я вижу, здесь на полу лежит что-то. Ой, к черту, пошли в дверь. Кстати, раз уж я здесь, может, здесь какой-нибудь проход есть тайный или нет, видимо, это просто завал. Деньги! А, пазл! Люблю пазлы. Надо бы его решить. И осмотреться насчет подсказок. Вернее, для того, чтобы найти подсказки. Должно быть что-то в этой комнате. Ну ты, юная Инджиана. Ага, Индиана Джонс. Шахматный порядок. Нет. А, может быть... ответом были факелы. Вообще, да, шахматный порядок. В общем-то... Только не взрывайте. Нет? Что происходит? А, но у меня факел заряжает. А это бесконечная зарядка? Ну, надеюсь, что да. О, ключик. Пауканы. Прекрасно. Это пауки? Никогда не видел таких больших пауков. Интересно, откуда они вылезли. Ну, надеюсь, что пламя факела их отпугнет. Надейся. Знаешь, вообще, ты наркоман. Почему бы тебе просто не взять какой-нибудь канделябр и не ходить с ним? Ну, как бы, ё-моё. Это гораздо лучше, чем какой-то факел, который тухнет у тебя в руке через сколько там? 30 секунд? Ладно, а я надеюсь, что я смогу закидать их камнями. Ой. Это нехорошо. А можно зажечь? Нельзя. Ладно. Держи. 3 камня нужно для того, чтобы убить паука. Думаю, под водой стоять не надо. Что тут есть еще? Здесь закрыто. Ловушки не работают. Здесь вроде второй паукан был, не? Паукан. Ладно, этого просто обойду.
Чёрт. Чё-то нехорошо тут. Ну, если у них не кидаться камнями, то будет все в порядке. Я надеюсь. А, ключи, точно. Да. Можно шифакелом их убивать. Чувак, чего ты? Патроны кончились. Оу, чёрт. Это отстой. А, я вижу, что здесь лежат яблоки. Это для того, чтобы лечиться? Фу. Тут, видимо, пропасть. Что-то как-то подозрительно. Ладно, пойдем гулять дальше, собирать баблище. Я такой богатый, но я что-то сильно сомневаюсь, что мне эти деньги в будущем пригодятся. Деньги трупам не нужны. Шутка. Я не нашел одну, вернее, один реликт, и четыре секрета в этом в этой локации были, и я их не нашел. Знаете, я бы перепрошел эту карту. Когда-нибудь. Но пока что не перепройду. Вот в крипты. Слышь ты! Оу, я начал заново. Черт. Отстой. Выбор карт. А, подожди, па-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 па. Так. А здесь у нас что? А здесь прям старт стартов. Вернее, старт-старт прям такой жесткий. Ну ладно, пойдем дальше. Посмотрим, что ждет на следующем уровне. Секретки я искать что-то не в настроении пока что. Мне хватило и вот этого распрекрасного. Пойдем гулять дальше. Миф пауков. Ну давай, показывай, что у вас тут. У меня всего три камушка, это на одного паука только хватит. Уже на двух. Уже на трех. Оу, что произошло? Какое-то магическое поле потушило фонарь. Факел. Может, если пройти обратно, то будет другой эффект? Нельзя использовать факел. Черт, это отстой. А? Я вижу паукана. Отстань. О, теперь можно использовать факел. Отлично. Отстань. Фу. Шел. Так. Дай-ка я свет включу. Почки какие-то. О, денежки. Нужен ключ, как обычно. Найди ключ, найди еще ключ, найди 10 ключей. Найди ключ, чтобы найти ключ, чтобы открыть ключ, чтобы включить ключ, чтобы взять ключ. Видимо, он меня не заметил. Видимо, я слишком стелсовый для него. Опять поле. Ну, пойдем. Наверное, надо сюда что-то затолкать. Это... Мне нужно пламя огня. Ладно, допустим. Так, его использовать нельзя. О, камушки. А как это можно толкнуть? Ой, камушек я зря потратил. Ладно. Не факел, и что-либо другое использовать нельзя. Видимо, это как-то открывается через верх. Там рычажок такой стоял. Видимо, нам туда. Пока сюда. Ходить нет толка. Пойдем дальше.
Больно. Ты чего кусаешься? Тебе ж кусаться нечем. Ты ж паук. Я заберу. А нахрена мне открывать эту дверь, если я могу не открывать эту дверь и просто по мосту обойти? Какой в этом смысл? Эх. Пауканы. Много пауканов. Нет, не обращайте на меня внимания, я просто мимо проходил. Одна из трех. Допустим. Реликвию нашел, пока гулял. Это, видимо, секретка, которая открывается каким-то магическим образом. Пауканов мне надо всех убить или как? Или чего? Давай. В принципе, еще были камушки. Так что почему бы и нет? Дверь. О! Зарядочка. Для моего факела. Отлично. Шикарно. Вернее, шикарно. На. Ну, теперь он будет за мной бегать. До тех пор, пока я камни не найду. Ну или в тупик не зайду. О, камни. Пошел к черту. Какая-то потайная дверь. Опаньки. Вот не потайная дверь. Просто так открывалась. Рычажочки! Не надо меня кусать! Камней-то нету! Ай! Спасите! Помогите! За мной бежит паукан! Яйца! Вылупился еще один, а камней нету! А! Не кусай меня! За жопу, паукан! Да. И да. Камушка-то нету. Что у нас здесь? Видимо, ничего. Дверка. О, камушки. Может быть, записочки какие-нибудь. Что-нибудь интересненькое. Это крадется, крадется паукан. Сверху. А, закрыто. Спокойно почитать записку. Исследование номер 34. Красные пауки. Оу. Наверняка не скажу, что вид красных пауков имеет аллергию к магическому свету. Что-то вроде этого. Я улучшил пламя в комнате, и пауки потушили его своей паутиной. Интересно. Плюшился. Интересно, действительно. Пауканы, которые тушат свет. Смотри, правда тушат. Вот ублюдки. Хорошо, пойдем дальше. Что у меня там, 5 камней? Пока еще можно жить. Не хочу убивать пока паукана, раз уж он ко мне относительно дружелюбно настроен. А, если рядом с ним не ходить, он даже не кусается. Ну вот теперь он согрелся, и придется его грохнуть. Хорошо, хоть есть эти автосейвы. Небольшие. Это приятно. Лучше за рычаги не дергать. Почему здесь так много золота разбросано? Как-то странно. Написано. Исследование номер 33. Агрессия пауков. Не все пауки агрессивны по их природе. Что? А если их бить, то они впадают в ярость и начинают атаковать всех вокруг. Люшус. Люциус. Что за чушь? Пауки агрессивны по своей природе. Они всегда были агрессивны по своей природе. Это естественные хищники в мире насекомых. Какую хрень вы несете? Яичко.
Думаю, не надо его вскрывать пока что. О, записка. Деньжище. Что такое? Хрень какая-то. Что написано? Предание номер 13. Черные пауки. Черные пауки, которых мы заметили, моложе, чем... Те, что не эволюционировали, что? В общем, пигментация у них не та. Это пауки, которые только что вылупились. И они не боятся света. И они довольно агрессивны. Не гуляйте возле них. Ладно. Собирался даже. Кстати, в игре есть настройка арахнофобии. Интересно, что будет, если ее включить. Пауки исчезнут, вместо них появятся гоблины? Вряд ли. Исследование номер 11. Паучьи яички. Множество докладов говорили о том, что паучьи яички... Вернее, пауки начинают вылупляться, если рядом есть источник света. Я все еще не уверен, от чего это зависит, от тепла или от яркости. Но это так. Исследование номер 13 расскажет, что там. Я скоро этот сдохнет факел. Я, конечно, молодец, что гуляю с факелом и всякое такое, но скоро он потухнет. Пойду-ка я подзаряжусь. Действительно, у меня же есть тут это... заряжалка моего факела. Отлично. Мне нужен ключ. Пойду искать ключи. Найти ключ, чтобы найти ключ, чтобы найти еще другой ключ, чтобы открыть еще один ключ и так далее. Может быть, он в одной из клеток. Ну, видимо, придется воевать с пуканцами. Так, зажигаем свет и оп! Пукан вылупляется. Орненький такой. Свись какая-то. Это, наверное, откроет клетку. Но, видимо, без этого никак. Да, вот и ключ. Замечательно. Ну, этого я открывать не хочу. Я уже один раз с ним познакомился. Скажем так, мне хватило. А где мне надо было ключ-то использовать? А что-то... А, наверное, где-то здесь. Так, ну-ка, свет мне. Ну, точно. Тут еще и камушки есть, и деньжища. Отлично. Даже не деньги. Что-то такое. Дырка какая-то. Я вот все пытался секретики искать, но что-то их тут нет. А! Паукан! Фу, это реликвия была, а не паукан. Отвигалась как паукан. Ну да ладно, видимо, это в порядке вещей. Тыньк! Только зачем? Если я и так сюда прошел. А можно мне освещение? Так, ну и, наверное, нам к выходу. Пойду заодно и факел заряжу свой. Давай, да, да, о, да, давай, продолжай. Прекрасно, прекрасно, отлично. Это было рискованно, только что скажу я вам. Ну да ладно. А зачем? Нельзя использовать факел. Какой в этом смысл? Вернее, смысл. Пройти здесь и... А, мне нужно было зажечь эту хрень. Взять этот ключ и пойти и открыть еще 10 ключей. Ну да, ну да. Как я мог забыть об этом? Отстань! Чертова многоножка.
А что дальше? Просто у меня как бы карты нету, и куда идти, и что делать? Ну, я взял золотой ключ. А где дырка для этого ключа? Куда мне идти? Там я был, чуть не сдох. Ну хорошо, пойду искать тогда так. Здесь вроде бы все решено. Иди по мне обратно. А здесь что? Каких секреток? Ничего такого. О, кстати. По диагонали я перемещаюсь в два раза быстрее. Классические ошибки разработчиков. Эх, так. Тут вроде ничего. Вроде тоже пусто. Вообще закрыто. А куда мне факел ставить? Ключ ставить. Куда? Вроде нет ничего такого. Ладно, пойду поищу. О, камушки. Не убивайте только. Пойду поищу, куда в ключ присунуть. А, вот, нашел. Как тут светло-то. Можно переключить патроны. Ох, огненные бомбы, прям Dark Souls. Что тут у нас? Сейф спот. Отлично. Хоть факел зарядил. Мне бы яблочко. Мне бы и в жизни яблочко я поел. Но, видимо, нет. Ладно, попозже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Паукан вылупился. Агрессивный паукан, отстань. Ой. А их тут много, оказывается. Черт. Ну, это нехорошо. Лестница наверх. Наверное, нам сюда. Пауканы. Вылупляются, если есть свет. Тяпнул. Паук в темноте. Ладно, гребем дальше. Видимо, пауки здесь будут основными противниками. Всю игру. А жаль. Пауки — это прикольно. Не укусишь ты меня. Паскудник! Нет. Бежи. Скорее бежи. А что там менять патроны-то? Заряжаемся. Патроны поменять. Ну поменяй ты патроны-то, ну. О, так, дай-ка я разберусь. С? Нет. На X кидать, на Z ничего не происходит. На это факел. Как клавиши меняются? Откуда он спустился, кстати? Пука не было. Отстань. А куда делся? Так, игра, подожди. Мне нужно управление. А, на табуляцию. Ну вы, конечно, засунули. Смену патронов засунули. Держи. Оу. Ну, как и в Катаме, кидать перед собой молотов не очень хорошая идея. Пойду дальше кромсать пауков тогда. Пауки-пауканы. В принципе, если быстро пролетать, они не такие опасные. Много денег. Деньги, дребеденьги. Ать. Собирать монетки — это весело. Особенно в такой ситуации. Ой.
оказалось, что там паук. Был не паук. И все? Две из трех реликвий и 0 из 5 секретов. Ладно, пойду дальше. Резервуар. Водичка. Пауки и сырость — это такие вещи. Не дружат они друг с дружкой. Вроде как особо-то. Ну, не все, конечно. Некоторые пауки живут в воде. Хотя и дышат воздухом. Но тем не менее. Спустились лишние паукашки. Дописочка. По приказу аббата, эббата, мы закрыли резервуар, так как там распространились паучата, пауки. Я подозреваю, что это больше, чем просто пауки. Мы активировали защитную систему на этом уровне, пока мы их оттуда не выгребем. Окей. Наверное, это нехорошо. Ну, как минимум для меня. Потому что если я туда пойду, а я туда пойду, в меня полетят стрелы, копья и вообще всякое такое. Это пауков здесь действительно много. Но я могу в них кидаться, поэтому в этом ничего страшного нет. К тому же здесь есть запасные камушки. Большая каменная дверь, которая открывается золотым ключом. Ничего хорошего. Это мне опять ключи бегать искать. Ух, веселье. А, я вижу его. На дереве висит. Как мне туда попасть? Воу. Воу. Он кидается в меня паутиной. Причем с расстояния. По-моему, он немножко охренел. Я задел? Надеюсь, что задел. О! Реликвия. Почему черепки? Почему не какие-нибудь сокровища? Так, это я забираю. Ой, ты подожди. Не-не-не-не-не-не. Мне сюда не надо, не хочу сюда. Надеюсь, что... Может быть, сейф-спот какой-нибудь? Нет, здесь еще куда-то переход. Это, получается, мне надо решить две головоломки, чтобы вскрыть ту огромную железную, вернее, не железную, а каменную дверь. Я на что-то нажал. Вот явно не секретка. Но, тем не менее, здесь есть деньги, пауки и чуть-чуть камней. А, нет, это все-таки секретка. А. Интересно. Воу. Сколько всего нападало. Да я богат? Просто очень богат. Ну, если я такой богатый, зачем я брожу по каким-то чертовым подземельям? Да. О, записочка. Они силой нас вытащили, потому что здесь перекрыта зона. Я завалил или закрыл комнату позади книжного шкафа. И пауки не смогут уничтожить это место липкой паутиной. Я надеюсь, что... Несколько пауков не причинят таких серьезных проблем, и мои сокровища не потеряются, не пострадают. Я переезжаю на этаж выше. Деагурт. Дигурт. Дегард. Да неважно. Допустим. Я, кстати, камушка потратил. Нет, здесь надо использовать бомбу. К сожалению. Я прошляпил уже. Может быть, есть какой-нибудь сейф-спот все-таки? Мне бы не помешал. А-а-а!
пауканы вылупились. Ладно, я надеюсь, они за мной не пойдут. Плохо. Что это такое? Мне нужен предмет. Видимо, этот работает. Так, окей. Поищем обязательно, но сначала надо отсюда выбраться. Там пауков обойти, например. Может быть, этот предмет лежит в их яйцах, но... Пожалуй, не буду проверять. Пока что. Лучше не подходить к их яичкам. С факелом в руке. Но-но-но-но. Не надо мне тут вот плеваться в меня. Своей... паутиной. Ну все. Трындец. Кстати, яблочко было. О, сейф спот. Еее. Паукан, отвали. Супер. Я что-то сделал. Видимо, это что-то полезное. А, пойду за яблочком прогуляюсь. Оно было где-то здесь. А, черт, опять ловушка. Странные деревянные машины. Для чего это они? Воду качать? Да, по-любому воду, чувак. Ой, твою мать, это же защитная система. Система, которую надо что-то крушить. Ладно, я понял. Мне нужно собрать вот это, пока оно меня не убило. Ого! Босецкий. Ладно, давай попробуем тебя пройти. Да-да, это мы уже 10 раз слышали. Которую нужно сломать, урны с маслом для этого прекрасно подойдут. Думаешь? Я так не считаю. Наверное, надо кинуть эти урны в нее. Геймплей попер. Мне нужно больше. Только не убивайте. Камушки. Спокойно выйдем. Черт. Сам вляпался. В смысле кончились? Еще две. Сейчас. Нет, только не убивай. Ну я был так близок к победе. Такой простой босс. Просто надо периодически выйдеть. Летающие огоньки. Не подставляться. Ну и своевременно кидать угны с маслом в машину. Да-да. Ой. Да, не долетают иногда урны, кстати, если не стоять в этой клетке. Ха, слушай, а там мертвая зона, я смотрю, есть. У этих метателей огненных урн. Вот интересно, зачем давать игроку возможность начинать сначала? Сейчас объясню. Сейчас объясню. Подождите. Мне сначала нужно разобраться с этой... С этим сборищем. Пауков. И не только. По
Последняя урна. А нет, не последняя. Какой-то предмет взял. О, яблочко. Дайте мне камни. Так вот, зачем давать игроку возможность умирать, если все равно ты респавнишь этого же игрока в предыдущей просто комнате перед тем же самым боссом, где он помер? Что в этом смысла нет. Яблочко. Так. Я что-то нашел. А, это был как раз тот предмет, который мне был нужен, чтобы открыть какую-то дверь здесь. Ну да, это игра «Собери ключ». Собери ключ ради того, чтобы собрать ключ. Собери ключ ради того, чтобы собрать ключ, ради того, чтобы собрать ключ, ради того, чтобы собрать ключ. И так далее. Так, где эта хрень была? А! Какой смешной паукан. Кстати. Опаньки. Так, не-не, факел. Верни мне. Обратно. Деньжата. Кстати, еще камушки. Еще деньги. Ну, и только-то я рассчитывал вообще-то на сундучок. Какие-нибудь сокровища, а тут всего лишь лежали деньги. Да. Не густо, не густо. Это секретка вроде была. А, вон, вижу, куда мне надо идти, но чтобы попасть, надо обойти, видимо, с правой стороны. Пойду, пожалуй, так и сделаю. Ой, тени меня ищут. А-а-а. Что это было? Ну ладно, меня хотя бы заспомнило после победы сразу. Я просто заберу эту штуку и пойду дальше. Кончилось не вовремя. Вернее, факел кончился не вовремя. Немножечко. А какого хрена они меня одним укусом убивают? У меня же 3 хп было. Ага, наверное, потому что я молодец и не взял яблочко. Ладно, сейчас возьму. Не-не-не. Я могу проходить насквозь вас. Вы мне вообще не страшны. Ай, все, укусил. Вот зараза. Слушай, а здесь есть сейф-спот? Не, нету. Черт, плохо. Пойду секретку хоть открою тогда, черт. Где мои деньги, камни и заряд для факела? Лучше пока я его потушу, лишний раз тратить не буду. Чертов паукан. Ладно, хватит на сегодня. Что-то я задолбался немножко играть в эту игру. Она очень странная. Ну ладно, вру, она не странная, она просто забавная, линейная и прикольная. Ну, еще и пиксельная. Так что, как обычно, тыкайте кнопку, если понравилось. Можно подписываться, можно писать комментарии и всякое такое. В общем, страдать херней. Такие дела.